Добрый день. В прошлый раз я сделал кубик 3×3 без углов. Пришла пора для Мегавинкса. Это старый Мегавинкс Шинг-Шоу, который сейчас уже совсем не актуален. У меня лишняя копия осталась. Лежит пылиться. Собирать им, наверное, уже не интересно. Дарить кому-то, наверное, тоже бесполезно. Поэтому дадим ему вторую жизнь и сделаем головоломку без углов. То есть будут одни звездочки. Что нам для этого потребуется? Опять же, лобзик или любое другое пилищее орудие, кусачки, канцелярский нож, отвертка, чтобы ослаблять винты, и пилочка для ногтей от моей жены. Или можно взять наждачку. Также пригодятся салфетки, чтобы убирать мусор. Погнали! Для начала Мегавинкс мы разберем. Тут будет гораздо больше деталей, чем в кубике 3×3. Там было всего лишь 8 углов, а тут посчитайте сами. Вот что у нас получается на выходе. Такая замечательная крестовина от Мегавинкса. И куча деталек. Выбираем из них уголки и начинаем пилить. Нам опять потребуется дополнительный атрибут, такой как моток скотча. Немного попилив, я понял, что для Мегавинкса лобзик не очень подходит. И все за раз делается кусачками. Гораздо быстрее. Кромсание углов прошло гораздо быстрее, чем я думал. Помахли кусачки. 20 вот таких вот ножек у нас получилось. Немножко их подшлифую. Ну и самый долгий процесс – это механическая сборка. Последний слой собираться не хочет, поэтому пришлось добавить немного скотча. В итоге получилось вот такое вот чудо. Мегавинкс без углов. Долго я с этими маленькими детальками ковырялся, но одна хорошая вещь тут есть. Если даже маленький уголок как-нибудь перевернулся во время механической сборки, стоит вот так вот покрутить грань, и он, скорее всего, станет в нужное положение. Так что это все не так страшно. Но здесь как бы резка углов стола не такая хорошая. Она, в принципе, у Мегавинкса это была невелика. Но попривыкнуть нужно к его вращению. Я его, конечно, попробую собрать. Главное его немножко подзатянуть, чтобы я его ослаблял, чтобы все это было постабильнее. Вот так, вот такое вот чудо-юдо. Пополнение коллекции Мегавинкс без углов. Если у вас есть старый Мегавинкс, к примеру, Шинг-Шоу, там какой-нибудь Юху, Гуанху, который не жалко, уже есть более современные, более быстрые и удобные Мегавинксы, то с ним можно сделать вот такую вещь. Ножки уголков можно откусить обычными кусачками, пилить ничего не нужно. Единственное, механическая сборка немного посложнее, чем кубик 3×3. Там, конечно, все побыстрее, несмотря на то, что все-таки пилить приходилось. Вот так. Многие считают, что Мегавинкс и Шинг-Шоу это самые плохие, но хочу сказать такую вещь. То вот этот Мегавинкс был выпущен на рынок очень много лет назад. С тех пор Шинг-Шоу выпустили уже несколько моделей Мегавинксов, среди которых есть очень хорошие и даже топовые.
Они, конечно, до X-Men не дотягивают, но говорить, что Мегаминкс и Шэнчжоу плохие, и плохие все, это неверно. Есть хорошие. Перемешиваем. Так он выглядит в перемешанном виде. Собираем. В итоге я собирал этот Мегаминкс без углов дольше, чем обычный Мегаминкс. Ну, кручение тут, ну, из-за того, что базовый Мегаминкс не ахти, какой хороший. Но еще у меня один из уголков в итоге стоял неправильно, что сильно затрудняло вращение. И повращав определенные грани, удалось его перевернуть, не вскрывая сам угловоломку. Ну, если его поднастроить немного, сделать более равномерным, какие-то грани сильнее затянуты, какие-то нет, то вращаться будет поприятнее. Ну, если, соответственно, для подобной модификации взять Мегаминкс, ну, другого качества, соответственно, и без углов получится более быстрый, скажем так. Но этот вполне себе нормальный, вращается. И причем, когда все вот эти мелкие недостатки устранены, да, из начальной сборки, то он уже достаточно стабилен. Я еще с ним немного поколдую, понастраиваю, пособираю. Не прям сразу, в течение ближайших дней. Ну, я думаю, что сделал я это не зря. Хотя вот именно на механическую сборку я потратил больше всего времени. Идея это не моя, это Натан Вильсон придумал, ну, по крайней мере, я у него это увидел. Кто придумал сделать подобное на трешке, я не знаю, кто это сделал первый. Ну вот Мегаминкс я увидел Натана Вильсона. Интересная идея, приятно выглядит, чисто по изготовлению не так уж и сложно, то есть откусить ножки углов — это не такая большая проблема. Труднее его механически собрать. Это тоже все реально. У меня просто руки не особо ровные. Так что у вас, возможно, это получится лучше. А на этом все.
экспериментируйте со своими старыми головоломками. Всем спасибо, всем пока.